Доброго ранку, ми з України. Обстрілюють наш город, область, воєнні тіснять, захищаються. Ну, все вроде как по плану. Очень усилили обстрелы, засранцы попали. Дом с двумя детьми. Дети живы. Записал видео, потому что там начали в российских телеграм-каналах, что я помер. Ну, радует не это, радует реакция друзей. То есть звонит Марченко вместо того, чтобы как там это, там друзья все. Наоборот, звонит, говорит, пишет. Говорит, ты что меня не пригласил на похороны? Я говорю, то есть, извини, сам опаздываю. Поэтому все в порядке, мы работаем.